Я спрашиваю тебя, кто ты такой? Ты можешь остановиться? Кто ты такой, я тебя спрашиваю. С каких делов ты мою машину фотографируешь? Я вас не трогаю. Кто ты такой, я тебя спрашиваю? Я вас не трогаю. С каких делов ты мою машину фоткаешь? Я спрашиваю. Кто такой? Чувак, он с пистолетом ходит, блядь, угрожает. Машину мою фоткает. Кто ты такой? Стой, говорю, блядь. Мой пистолет не поможет. Кто ты такой, я тебя спрашиваю. Ну, говори на камеру, говорю, кто ты такой. Оставьте мне в покое. Какого машину фоткаешь? Я спрашиваю, какого хуя машину фотографировал? Тормози. Я тебя спрашиваю, кто ты такой? Что, блин, не слышишь? Тормози, говорю, кто ты такой? Говорю, стой. Уберите руки. Кто ты такой? Кто ты такой? Ребята, уберите этого невменяемого человека. Кто ты такой? Стой, говорю. Со стволом чувак, блядь, ходит тут, рассказывает. Невменяемый. Кто ты такой? Уберите руки. Вы полиция? Уберите человека. Он мою машину фотографирует, может, он ее угнать собрался, он на телефоне. Со стволом ходит, угрожает мне. Я вон с товарищем стою, блядь. Кто ты такой? Давай вытаскивай пистолет, нахуй. Уберите руки. Пистолет, говорю, вытаскивай. Уберите руки. Я говорю, пистолет вытаскивай. Предъявите вас, сумки. Так куда сейчас на лыжи станет? Кто такой? Кто вы такой? Машину какого хуя фотографируешь? Угнать собрался? Что ты хочешь? Что ты хочешь? Уберите. Сейчас ляжешь. Кто ты такой, что ты мою машину фоткаешь? Кто ты такой? Видимо. С каких оснований он мою машину? Может, он ее угнать собрался? Вы там посмотрели, я что откуда знаю, кто он такой? Уберите. Он мне пистолетом молодец. Угрожает. Какой? Он, я стоял я с товарищем, он меня пистолетом достал. Видишь? И шо, шо видишь? Покажи я фотографии на телефоне. Я не знаю, что с молодым человеком. Уберите руку. Не знаешь? Я 30, я чешу. Говорю, покажи. Уберите руку, ставь-то нормально побалакаем. Так куда сейчас станет на лыжи и шо? Потом меня искать машину по всему городу. Ну, вас угнали машину? Ну, он фоткал ее стоял. Чего я фоткал машину? Потому что у меня сгорело помещение. Какое? Берите руку, молодой человек. Я при чем тут до твоего помещения? Молодой человек, уберите телефон. Я говорю, какого... Я вас не трогал. Уберите. Я говорю, какого машину уберите мою фотографируете? Уберите руку от меня. Вы из полиции? Да. Можно вас? Пошли. У тебя, говоришь, сгорело помещение? Руку. Ну, я вам покажу. Я просто его с собой и вы со мной. Я покажу ему документы, чтобы он, блядь, не говорил, что там я помещение. Свои. На что? Ну, чтобы он не говорил, что там помещение сгорело. Если он отмазывается на это, а фотографирует мою машину, сейчас я ему расскажу. При чем вообще документы? Мужчина, уберите. Так а нахуй он меня, блядь, угрожает пистолетом? Я никому ничего не угрожал. Идите, что? Пишите заявление. Уберите я говорю, руку. Какое заявление? Руку я тебя положу уберите. Сейчас тут. Ты у меня, блядь, ложите. Фотографируешь мою машину, нахуй. Ложите. Ты угнать тачку хочешь? Я уберите тебе голову руку. Угоню, нахуй. Снимите его. Ты что, блядь? Я снимаю. Пошли, будем разбирать. Что, заяву? Тоха, закрой мою машину. Закрыл? Все, человек со мной стоял, когда он ствол достал. Уберите. Я говорю, пойдем. Вон до полицейской машины пойдем. Уберите руку. Я пошли, я уберу в полицейской машине. Сам я отпущу. В полицейской машине я отпущу. Уберите руку. Слышь, не дергайся, говорю, потому что сейчас ляжешь, и я тебя доволоку до машины. Руку. Что, не слышишь меня? Я тебе нормальным языком руку, говорю. Блядь, иди блядь. Спокойно, блядь. Убери. Я отпущу вот там, возле полицейской машины. Че я погружу, блядь? Я никому ничего не могу. Я отпущу. Если бы ты не доставал ствол, не махал, уберите то я тебе. Руку, я говорю, ты сейчас его потеряешь вместе со своей головой. Уберите руку. Я тебе говорю пока нормально. Пойдем все до полицейской машины. Уберите от меня этого человека. Слышь, пошли, ты что, блядь, не догоняешь?
Надо, блядь, думать, прежде чем что-то делать. Надо с пистолетом угрожать. Я тебя без пистолета, блядь, устрою. Хули ты меня снимаешь? Блядь, я как ёбну сейчас нахуй, ляжешь. Я говорю, перестань, сука, заниматься хуйнёй. Мне пофиг, перед кем делать. Если он, блядь, фотографирует машины, хуины, блядь. Ты шо, блядь, какой, сука, нашелся? Так, а шо это? Давай садись, нахуй. А для чего в машине сидеть? Ну я вас поснимаю, сейчас прям мы сразу и отправлю. Куда? А, посмотрите. Вы ругаетесь матом. И что? Я матом? Конечно. Ну, меня спровоцировали на это. Вы... Угрожая мне оружием. Дальше что? А вы, полиция, даже не забираете оружие. У кого? У человека, который угрожал мне оружием. Я присутствовал, я вам угрожал? Ну, вы не присутствовали, но вы снимаете на телефон. Всех достал в миске. Ага. А что вы сразу? А если у него сейчас клямка упадет, бля, он начнет тут всех вас решить. Я что переживаю за вас? За меня не надо переживать.